Водитель Nissan Juke на пешеходном переходе сбил маленькую девочку. На место происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь. Надо отдать должное медикам, они были на месте спустя считанные минуты. Пострадавшую загрузили в карету. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи забрали пострадавшую в больницу для полного обследования. По словам врачей, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, однако она получила довольно внушительную гематому. Спустя 10 минут подъехал отец девочки. Он пояснил, что ребенку полных 15 лет, папа высадил дочку перед пешеходным переходом и отправился в сторону первой речки. По словам очевидцев, девочка переходила по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Почему водитель Nissan Juke совершил наезд на человека, так и осталось неясным. Дама, ссылаясь на свое стрессовое состояние, отказалась говорить на камеру. Степень вины и причины наезда на пешехода установят в ходе проверки. Одно можно сказать наверняка, то, что наезд произошел на пешеходном переходе, да еще и на разрешающий сигнал, факты не в пользу водителя.